Завершилось уголовное преследование экс-министра спорта региона. Следователи добились взыскания с Олега Пивунова 46 миллионов рублей. Было доказано, что с 2011 по 2015 годы Пивунов, будучи директором СК «Южный Урал», внес налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения. Он уклонялся от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 миллионов рублей, а от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 миллионов рублей. Тем самым причинил государству материальный ущерб. При этом изначально действия Олега Пивунова, связанные с уклонением от уплаты страховых взносов, квалифицировались как злоупотребление полномочиями в организации, а позднее в связи с изменениями в законодательстве статью изменили на уклонение от уплаты налогов. И после погашения задолженности уголовное дело было прекращено в связи с полным возмещением ущерба государству.